Перов отправился за границу в конце 1862 года. И как он сообщал Совет Академии, посетивший галереи в Берлине, Дрездене и Дюссельдорфе и мастерские братьев Ахенбахов, Вотье и Иордана, приехал в Париж и нашел полезным остаться здесь около года. Затем Перов намеревался ненадолго съездить в Италию и оттуда просить позволения вернуться в Россию. Маршрут Перова традиционен для пенсионеров Академии тех лет, но желание художника поскорее вернуться в Россию, не выдержав трехлетнего срока, положенного Академией, весьма знаменательно. Если художники первой половины XIX века добивались пенсионерской поездки, заклинали Академию продлить пребывание за границей и жили там подолгу, то начиная со второй половины 1850-х годов заграничная поездка стала для выпускников Академии или училища живописи чем-то вроде почетного экзамена, который необходимо побыстрее сдать и вновь оказаться на свободе в России. Пейзажист Михаил Константинович Клод был первым из пенсионеров-шестидесятников, тяготившихся пребыванием за границей. В 1860-1861 годах он хлопотал о разрешении посвятить остаток пенсионерского срока писанию видов с натуры по России. Шишкин, получив в 1859 году большую золотую медаль Академии, также добился права первый пенсионерский год посвятить путешествию по России. А уехав за границу, вернулся раньше срока. Чуть позже Константин Савицкий, покидая Париж, писал: «Не думаю, чтобы нашел где-либо, кроме России, для себя живой интерес». А Василий Максимов, также выпускник Академии, за границу вообще не поехал, заметив, что пенсионерскую поездку никогда не считал верхом благополучия, находил ее даже вредной для молодого человека, не знающего своей родины. На чужбине легко подвергнуться соблазнам и потерять свежесть чувства любви к родине.
Перо в этом ряду не оказался исключением. В Париже он видел интерес не столько в изучении картин, сколько в знакомстве с жизнью. Осмотревши все замечательное, а также парижскую выставку, я, прошедшие 4 месяца, употребил на посещение гуляний, балов, рынков, площадей здоровыми спектаклями, где постоянно большие толпы зевак и загородные ярмарки. Это мне принесло большую пользу. Я ознакомился с народом и даже немного с его образом жизни и характером, писал художник в августе 1863 года. Перо в Париже – типичный иностранный художник, фиксирующий колоритные жанровые сценки. Шарманщики, цирковые акробаты, балаганные представления. И в этом смысле он мало отличается от какого-нибудь французского живописца, приехавшего в Россию и изображающего, скажем, катание на тройках или продавцов кваса. Вместе с тем Перо должен был продемонстрировать Академии, как он писал техническую сторону искусства, то есть мастерство, приобретенное в знакомстве с современной европейской живописью. Поэтому он задумывает большие композиции со множеством фигур. Праздник в окрестностях Парижа, внутренность балагана во время представления, продавец песенников, но ни одну из них не доводит до конца. Слишком много усилий он тратит на то, чтобы соблюсти правдивость. Костюмы, конструкции балаганов, мелкие бытовые подробности поглощают все внимание художника. В рапорте Совету Академии Перо жалуется. Написать картину совершенно невозможно, потому что, не зная типов народных, что составляет основу жанра, я не мог обработать даже одной фигуры в картине. Следует заметить, что сюжеты, выбранные Перо, как раз не требовали какого-то особенного знания, типов народных или характера. Но Перо, по-видимому, понял, что многофигурные композиции на тему «Как развлекаются в Париже» не его амплуа. Законченные этюды, парижские тряпочники, шарманщик, савояр, демонстрируют как раз достаточное знание этих самых типов. Они написаны очень уверенно, хорошо проработаны в деталях. Точно найден антураж. И главное, изображенные персонажи вполне французы. Перо приехал в Париж, уже будучи художником с вполне сформировавшейся индивидуальностью. После нашумевших в России обличительных картин, некритическое изображение быта было для него просто невозможным. Но незнание нравственной жизни народа, как выразился Перо в другом письме, не дает возможности ответить на самый главный для критического реалиста вопрос – в чем зло? В России это было понятно, в Париже нет.
Вряд ли Перов имел возможности наблюдать там что-либо похожее на зло российской действительности, скажем, католических священников, потягивающих шампанское, или взяточников-чиновников, совершающих неправедный суд. Поэтому вполне окончательными оказались лишь этюды, где изображалось, так сказать, максимально доступное для художника в Париже зло, точнее его жертвы – городская беднота, странствующие музыканты, клошары. Самым знаменитым из этих этюдов стал Савояр, мальчик в рваной одежде и дырявых ботинках, заснувший прямо на парижской мостовой. К его плечу прильнула обезьянка, с которой Савояр, видимо, дает представление, а у его ног лежит большая широкополая шляпа, в которую зрители кидают монеты. Савояр и Перов нашел тему, которая в дальнейшем станет в его творчестве одной из главенствующих – несчастное нищее детство. Ребенок – самое беззащитное перед окружающим злом существо, и сюжетом, где именно дети показаны как жертвы этого зла, особенно свойственно затрагивать за живое, вызывать боль, скорбь и жалость. Исчерпав для себя возможности создания в Париже жанровой картины, Перов в июле 1864 года, не проведя за границей и 2 лет, обратился в Совет Академии с просьбой вернуться в Россию. Посвятить же себя на изучение страны чужой несколько лет я нахожу менее полезным, чем по возможности изучить и разработать бесчисленное богатство сюжетов как в городской, так и в сельской жизни нашего Отечества, писал он. Примечательно, что здесь звучит понятие полезности искусства, ставшая в 1860-е годы мерилом художественной ценности.